нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Вопиющий случай. В холодильнике одной из ноябрьских квартир найден замороженный человеческий эмбрион. Точка в деле о прокатившем инспектора. Городской суд вынес решение в отношении водителя, который на капоте катал стражу порядка по Ноябрьску. И все об уникальном тренажере. О своем изобретении рассказывает сам Юхан Гросс. Владимир Путин в 11-й раз пообщался с народом. Сегодня в ходе прямой линии глава государства ответил на десятки вопросов, заданных в студии по телефону с помощью СМС и во время прямых включений. Началась прямая линия с политических вопросов, но в ходе многочасового общения президент коснулся самых актуальных проблем из разных сфер жизни. Напомню, впервые Путин пообщался с россиянами в 2001 году. И с тех пор такое общение стало ежегодным. В том числе и после того, как на посту президента Путина сменил Дмитрий Медведев. При этом формат остается в целом неизменным. Добавлю, по статистике, услышать от президента Путина ответ на свой вопрос надеялся каждый сотый россиянин. Вернемся к городским новостям. Ситуация, что называется, из ряда вон. Человеческий эмбрион в морозилке хранили двое жителей Ноябрьска. Такое предположение высказали соседи пары, которые обратились в полицию. И действительно, в одной из ноябрьских квартир в холодильнике полицейские обнаружили человеческий зародыш. Действительно, к сожалению, информация нашла свое подтверждение. В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Ноябрьск начато проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана юридическая оценка действиям лиц, проживающих по этому адресу. Неудачно развернулся водитель Kia на улице Мира. Накануне, совершая маневр перед светофором, водитель иномарки не уступил дорогу встречной Ладе. В результате Приора ударила Kia в правый бок и влетела в остановочный комплекс. В ДТП никто не пострадал, но, по мнению экспертов, маневр, который выполнил водитель иномарки, является грубейшим нарушением правил дорожного движения. На данном участке мы видим, как здесь находятся два остановочных комплекса, что с правой, что с левой стороны. И в этом случае правила трактуют однозначно, что разворот на данном участке просто запрещен. То есть разворачиваться запрещено в местах остановочного комплекса для маршрутных транспортных средств и на расстоянии 15 метров от знака, как по ходу движения, так и до знака. Вот. То есть в данном случае на участке разворот просто запрещается. В истории жителя города, прокатившего на капоте госавтоинспектора, поставлена, по всей видимости, точка. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс не только в городе, но и по всей стране. Видео с регистратора облетело все сайты и центральные телеканалы. И вот сегодня городской суд в особом порядке рассмотрел соответствующее уголовное дело. Из зала суда с подробностями Кирилл Мингель. Наряды Калиненку пошли. Калиненку! Все нормально. Все взяли, разбил. Подожди. Почти 40 тысяч просмотров на YouTube, учитывая сценарий ролика, результат неудивительный. Все в лучших традициях голливудских блокбастеров. Здесь вам и погоня, и бесстрашный герой полицейский, и яркий финал. Благо, обошлось без стрельбы. Че ты не стрелял? Как перезаряжать его буду? А вот так для горе-водителя все закончилось. Слушается уголовное дело по обвинению от Тухватуллина Рустема Гусмановича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судья заседания объявляется открытым. На скамье подсудимых 30-летний Рустам Тухватуллин. Молодой человек в одночасье стал знаменитостью. Вечером 17 февраля этого года он вряд ли планировал брать пассажиров. Но так уж вышло, что им стал не кто-нибудь, а сотрудник ГИБДД. Причем ехал последний не в салоне авто. Я считаю, что вам, значит, реальный срок, лишение свободы. Экспертиза показала, водитель восьмерки был пьян. Причем садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения молодому человеку, говорит прокурор, не привыкать. Он трижды был лишен водительских прав за пьяную езду и дважды отбывал административный арест за управление автомобилем без прав. Тем не менее, работодатели, соседи и даже участковые характеризуют подсудимого как личность исключительно положительную. С учетом изложенного, я прошу признать Тухватуллина Рустема Гусмановича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в 2 лет лишения свободы. Также прошу применить суд статью 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив испытательный срок 2 года. Думаю, что Тухватуллин в данном случае должен быть применены более действенные меры, из которых Тухватуллин не сделает для себя выводов, связанных с тем, что он просто будет неудобно посещать органы исполнительной инспекции в течение 2 раз в месяц, а действительно понесет наказание, которое существенно повлияет на его выводы о содеянном. Я говорю о наказании в виде штрафа.
Если конкретнее, то штрафа в 50 тысяч рублей, но у правосудия на этот счет оказалось совершенно иное мнение. Суд приговорил признать Тухватуллина Рустема Гусмановича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 10 дней есть у теперь уже осужденного на обжалование приговора. И этой возможностью, заявил сам Тухватуллин, он обязательно воспользуется. Кирилл Мигель, Григорий Курбцев, новости нашего города. В нашей группе в Одноклассниках появляются все новые фото. На этот раз их прислали жители домов Подзержинского, Новоселов и энтузиастов. Рубрика «Нам здесь жить». Известный принцип многих изобретений – все гениальное просто. Ему полностью соответствует тренажер Гросса, который помогает встать на ноги людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или тем, кто перенес инсульт. В Озерном его установил сам автор изобретения Йохан Гросс и провел обучающий семинар для инструкторов и родителей, чьи дети в нем нуждаются. В прошлом Йохан Гросс – тренер-преподаватель по фигурному катанию, а еще в более далеком прошлом – чемпион Эстонии по фигурному катанию в паре. Это важно, потому что тренажер, который в 91 году Йохан создал для реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, это его же переработанное и дополненное изобретение 72 года для обучения маленьких спортсменов. Самый первый был удочка. Знаете, как рыбку ловят? А я ребенка на там, пояс одевается, селили, потом над головой вертушечка, распорная палка, петушка. И когда прыгает, я создаю ритм, помогаю, поддерживаю чуть-чуть. Иногда чуть-чуть надо помогать, чтобы она, ребенок чувствовал, что не упадет, страхован, да? Тогда Гроссу надо было научить детей не бояться прыгать и добиться того, чтобы они это делали правильно. За доли секунды в прыжке фигуристы выполняют массу движений. И Гросс понял, если прыжок замедлить, как в кинопленке, найти ошибку, смоделировать правильное движение и многократно его повторить, тело запомнит и само будет делать так, как надо. Задача этого тренажера практически та же, но с поправкой на то, что чаще всего детей с ДЦП сначала надо просто научить двигаться или хотя бы держаться в вертикальном положении. Ведь человек, который постоянно сидит или лежит и вдруг поднимается, поначалу элементарно теряет ориентацию в пространстве. А тут есть, называется, поднимает любого вертикаль, страхует от падения, значит, снимает синдром страха и регулирует вес на опорно-двигательный аппарат с помощью вот этих эластичных пяток. Этот тренажер, говорит автор, сам диктует, как надо выполнять движение. Хотя, по сути, тренажер – это всего лишь несколько тросов, эластичные силовые тяги, каретка с вертушкой и универсальный поддерживающий пояс. Тяги позволяют добавлять, увеличивать или перераспределять нагрузку на человека. А еще найти ту грань, когда он сам сможет, например, подняться с колен. Алексей Новичков, у которого с рождения диагноз ДЦП, с тренажером Гросса уже знаком. Такой давно установлен в управлении соцзащиты. Но никогда прежде Алексей не придавал этому аппарату серьезного значения. Как я помню, крепко. Теперь Алексей понял, тренажер Гросса – это, конечно, весело, но главное – позволяет самостоятельно сделать то, чего за свои 26 лет молодой мужчина никогда не мог. Прогнись вперед. Раз. Раз. И садись на пятки. И вставай. Не сразу, но Алексей поднялся с колен. К слову, 22 года назад к созданию тренажера Йохана подтолкнула история 10-летней эстонской девочки, которой грозило атрофирование и последующая ампутация ног. Через 1,5 года после вот таких веселых и, безусловно, тяжелых занятий девочка ушла из клиники на своих ногах. А Йохан Гросс, который много лет работает в Московском институте физической культуры, с тех пор установил более 1000 тренажеров по всей стране, в том числе несколько в Ноябрьске. Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города. О том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре.
Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Глобальных проблем в Ноябрьске нет. Специалисты администрации проанализировали социально-экономические показатели за 2012 год. Подробности на первой полосе свежего номера. На Ямале впервые утвердили окружную программу организации детского отдыха. До недавнего времени летняя оздоровительная кампания для школьников и студентов проводилась согласно планам, которые составлялись в каждом муниципальном образовании округа. Каким будет лето 2013 для юных ямальцев, читайте на второй странице свежего номера. «Газпромнефть Ноябрьскнефтегазгеофизика» отмечает юбилей. Вот уже 30 лет специалисты предприятия помогают открывать месторождения и добывать черное золото. Экскурс в историю на развороте 6 и 7 страниц номера. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. И это была завершающая информация выпуска. Ну а сразу после новостей смотрите актуальное интервью с управляющим «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегазгеофизики Сергеем Слюсенко. А я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Андверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. «26 апреля в Салехарде облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, температура минус 2 градуса. В Муравленко переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура около 0 градусов. В Ноябрьске облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура 3 градуса выше 0.